Ускоритель я вообще много купил. Офигеть, смотри. Почти что до максимума ускорителя у нас. Вот. Хорошо, давай. Есть. Давай немножечко еще побольше мощности добавим в наш автомобильчик. Давай, монстр. Опа, сейчас будем взлетать здесь. Взлетаем. Давай, взлетай. Во, поехали взлетать. О, видишь, ускорителя много у нас. Опа, все, ускоритель закончился. И здесь мы сейчас всех растолкаем. Эх, совсем немножко будет еще ускорителя. Ну да ладно, едем. Пока есть такая возможность. Вот, и здесь у нас закончится сейчас бензин. О, нет, немножечко осталось доехать, пожалуйста. Все. Машинка встала. Да, Дуда Плей. Всем привет, ребята. Вы на канале Дуда Плей, и мы продолжаем играть в игру про тачки против зомби. Тачку мы эту раскрутили немножечко, добавили мощности, и сейчас посмотрим, как она будет ехать. Сейчас посмотрим, что ей не хватает. Ой-ой-ой. Аккуратно. Патрончики закончились, и я боюсь, скоро у нас закончится ускоритель. Хотя, в принципе, если экономно пользоваться ускорителем, то его надолго хватит. Давай, ускоритель. Оп, здесь аккуратно. Все, смотри, мы скинули всех зомбаков, хорошо. Продолжаем путь. Вот, смотри как. До куда мы доедем? Посмотрим. Так, все, у нас заканчивается бензин. Все, бензин закончился. И смотрим. Заходим в гараж. Покупаем бензин. На оставшиеся деньги мы покупаем коробку передач. Все, поехали. И сейчас проверим. Проверим сейчас, докуда можем доехать. Так, ускорители. Аккуратненько, вот здесь прям побольше его даем. Не жалеем. О, ох ты. Тихо, ребята. Зомбачки. Ой. Все, давай вниз спускаемся, ничего страшного. И здесь едем вперед. Оп. И вперед, поехали, зомбаки. Давайте с нами. О, ух ты. Вон что-то оттуда кидают они. Бочки с динамитом бросают. Ускоритель закончился, но посмотрим, докуда мы доедем. Ой, не доедем, наверное, но сейчас посмотрим. Да. Немножечко осталось, и заканчивается у нас бензин, да? Точно, бензин у нас закончился. Все, приехали. Откатываемся вниз и зарабатываем 6 миллионов. Всего лишь. Ну, купим двигатель давай. Вот. Эффективный расход топлива. Нам как раз не помешает. Более эффективный расход топлива. Потому что наш автомобильчик очень мощный. Топливо расходует очень мощно. Ух ты! Смотри, прям мы летать прям стали. Ладно, давай вниз. А, давай вниз немножко. Опа, поехали вперед, ух ты. Блин, взрывается все. Так, автомат отлетает, отлетел автомат. Ничего страшного. Чуть-чуть, вот, смотри, мы наверху, отлично, хорошо. Сейчас проедем, сколько у нас еще бензика, достаточно. Ой, что-то отлетело. А, нет, все нормально. Я думал, отлетела крыша. Угу. Отлетел ускоритель, но он, в принципе, нам уже не нужен. Ускоритель закончился у нас. Все. О, мы проехали эту вершину. Давай, еще немножко. Отлично. Блин, тут совсем немножко не хватило нам. Да, не хватило мощи. Мощности. Что ж, ничего абсолютно мы не можем добавить и купить, к сожалению. Ладно, едем дальше. Мы, значит, надо более экономично использовать ускоритель, чтобы нам потом хватило. Во. Круто. Вниз спускаемся. Все, зомбари. Все, патрончики закончились. Давай, опа. Хорошо.
Так, ускорителя еще и мне много. Нормально, прям мне в машину, блин, спасибо. Давай, 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 быстрее. Ё-моё. К сожалению, не успели мы наверх подняться. Так, смотри, мы уже приближаемся к этим... к моментам. Во! И здесь нужно нам ускорение добавить, чтобы здесь все взорвать. Отлично, хорошо. Это я, в принципе, ускоритель для этого и копил. Потихонечку старался его использовать. А, ну не хватило бензина доехать. Ну ладно. Ага, что можем приобрести? Давай купим колеса. Да, более большие, более мощные. Во! Огонь, колесики. Более мощные, большие колеса. Вот так, хорошо. Вот, видишь, как мы в горку лучше будем подниматься. С такими колесиками. Ой-ой-ой-ой. Аккуратно. Давай, патроны закончились у нас. Ладно, нет, не страшно. Ух ты, а куда это я приехал? Подождите, ребята. Я здесь обычно не задерживаюсь. Вот. Все нормально, в бочку прям. Сколько у нас там? Ну, в принципе, нормально. Успеваем. О, давай наверх, наверх. Я хочу поверх ехать. Вот так, ребятушки. Сколько? Еще... Ой, застряли что-то. Блин, застряли, к сожалению. Оп. Все, наверх. А ускорителя у нас нету. У нас колеса мощные зато. Все, смотри. Наши мощные колеса протаранили. Протаранили это место. Ой, бензик закончился. Ах ты, ё-моё. Что еще мы можем приобрести? Давай этот двигатель более мощный купим, да. Более мощный движок. День 344, и мы едем. Едем с новым двигателем. С новыми колесами. Опа, ускоритель надо еще даже докупить. Чтобы еще с ускорителем ехать тоненьким. В принципе, неплохо мы сделали улучшение машинки сегодня. Вот, немножечко сейчас. Оп. Да ё-моё, это бочка. Как назло, как специально. Давай, 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 давай. Вперед, вперед. Все, ускоритель сейчас мы немножечко поэкономим. Он нам пригодится. Сейчас я покажу, где. Вот здесь. Вот, пробиваем. Хорошо, пробили и едем дальше. О, здесь у нас бензин закончится, смотри. Хотя, подожди, давай, 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 давай. У нас же более экономичный, как бы этот самый двигатель. По идее, должно хватить еще немножко. Ух ты, совсем немножко осталось. Ребята, доедем, не доедем, я не знаю. Все, доехали. Доехали, мы справились. Со второй точки. Хорошо. Хорошо. Я думал, ты поедешь. Да куда ты поехал все по городу? Думал, ты по набережной поедешь, чувак. У нас откроются более новые красивые виды. Но нет. Давай купим ускоритель. Поехали. Так, посмотрим. Что, как, трассу эту. Сейчас будем медленно ехать, смотреть. Так, в принципе, понятно. Ой, вот эти вот штуки сверху. Крыши. Которые постоянно он долбится. Тут, значит, не до ускорителя. Слушай. Да. А где же я буду ускоритель-то ставить? Интересно. Сейчас надо будет проехать пару раз, посмотреть, что здесь и как. Какая у нас здесь трасса. Вот. Смотрю, я смотрю. Здесь прикольно. Такое вот. Оп, 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 оп. Здесь можно ускорение включить. Да, понятно. Да. Вот ускорение надо включать аж вот здесь. Блин. Ускоритель утерян? Да как так? В смысле? Я его еще не использовал. У меня еще дофига ускорителя. Как еще бензин закончился? Все. Доехали. Короче, нужно укреплять наш автомобиль. По-другому ничего нам не поможет. Даже если мы купим ускорителя,
Это нам ничего не даст. Смотри. Вот мы едем ускорителем. Все, сколько мы ускорителя потратили? Да, фигище. И наверх мы не пробрались. Нисколько. То же самое. Видишь, как мы вот врезаемся вот здесь. Хоп. И все. Скорее всего, ускорителя уже... А, патроны закончились, но не страшно. Походу, ускорителя у нас уже нет, поэтому... Ой, давай, давай. Все, встали. Алло. Потому что у нас этот монстр зацепился за нами. Вот, а теперь мы можем продолжить движение. Во. Угу. Все, продолжаем движение. Зомбарь от нас отстал. А, все, ускорителя нет, к сожалению. Здесь бы нам ускоритель понадобился. Ладно. Смотрим. Да ё-моё, смотри, надо аккуратно по вот этим палочкам поехать было. Что купим? Ничего не купим. Оружие пока покупать я не хочу. Сейчас попробуем еще раз проехать аккуратненько здесь. Угу. И ускоритель использовать попозже. Ой-ой, аккуратно, зомбари. Все, здесь сейчас проедем. Все нормально, проехали. Дальше. Угу. Пробираемся. Опа, 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 опа. Вот здесь-то нам и нужно использовать этот ускоритель-то, ребята. О, вот здесь обязательно. О, смотри, прям летим, летим, нормально. Все, ускоритель закончился. Ё-моё, ребята. Вот такая подстава здесь. Мне не могу здесь проехать так легко. Зомбарей много. Они мешают мне конкретно. Конкретно мешают, зараза. Зомбаки мешают мне. О, нормально, броню. Все. Мы докупили броню полностью максимально. Сейчас поедем, посмотрим, как с максимальной броней у нас будет. Угу. Убиваем этих зомбарей. Летим на нашей тачке. Аккуратненько. Угу. Зомбарики. Вот. Так, здесь используем ускоритель. Вот здесь тоже. О, здесь тоже используем. Вот так вот взлетаем. Ух ты, разлетелась наша тачка. Так, все, ускорителя уже мало совсем. Мы его вот здесь будем использовать. Вот эти вот гады, гады, гады. Вот эти жирные жиробасы, они стоят. Я их не могу поднять физически. У меня слабый автомобиль. Тут зомбари прям огромные такие. Все, закончился. Бензин. Что еще можно купить? А, ускорение? Конечно, давай ускоритель докупим. Все, я сейчас я буду вообще взлетать там. Я там буду взлетать, ребята. Ускоритель я вообще много купил. Офигеть, смотри. Почти что до максимума ускорителя у нас. Вот. Хорошо, давай. Есть. Давай немножечко еще побольше мощности добавим в наш автомобильчик. Давай, монстр. Опа, сейчас будем взлетать здесь. Взлетаем. Давай, взлетай. Во, поехали взлетать. О, видишь, ускорителя много у нас. Опа, все, ускоритель закончился. И здесь мы сейчас всех растолкаем. Эх, совсем немножко будет еще ускорителя. Ну да ладно, едем. Пока есть такая возможность. Вот, и здесь у нас закончится сейчас бензин. Ой, нет, немножечко осталось доехать, пожалуйста. Все. Машинка встала. Что купим? Я предлагаю разъесовку купить. Вот. И погнали, поехали. Вот, взлетаем. Ох ты, ё-моё. Так, все, сейчас мы будем всех неугодных растаскивать, убивать, взрывать. Давай. Опа, давай наверх, давай, хорошо. Что здесь интересно наверху есть? О. Все, ускорителя нет больше.
закончился ускоритель. Не знаю, докуда доедем. Ну, докуда едем, докуда и доедем. Давай, машинка. Опа, а здесь-то... Блин, здесь бы ускоритель, ну да ладно. Мы, в принципе, так аккуратненько проехали. О, вот здесь вот, да, вот здесь вот тяжело подниматься на горку без ускорителя. Ну, здесь мы знаем, здесь мы сейчас быстренько пробьем это все дело. Оп, оп, давай, 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 давай. Ой, хорошо. Давай еще немножечко поднимемся. Ну и скоро у нас закончится бензин. Да, все, бензик у нас закончился. Бензин закончился и закончилась на этом серии, дорогие друзья. Большое спасибо, ребята, за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч. Пока-пока.